Похоже, этот свой рекорд могут побить только сами росичи. 19 студентов СПК привезли с собой из Москвы 52 кубка за победы в разных видах. Добывали свои трофеи ребята в экстремальных условиях. В течение одного дня сразу во всех видах состязались 135 команд из 40 регионов России. В жюри – генералы, герои России, рекордсмены и космонавты. В прошлом году команда СПК впервые появилась на этих престижных соревнованиях. Не попала в призовую тройку, но оккупировала верхнюю часть турнирной таблицы в личном зачете. В этом году было труднее, потому что к нам было уже более высокие требования. Видели, что сильная команда, поэтому отношение было немножко такое серьезнее, чем к остальным. На этот раз сургутяне оказались на голову выше всех соперников и с большим отрывом опередили прошлогодних победителей из Нягани. И абсолютным победителем нашей спартакиады становится дружная команда Сургутского политехнического колледжа, Катаринский автономный округ Нягань. Сразу семеро росичей стали призерами в абсолютном первенстве. Чемпионом в младшей группе Дмитрий Кузьменко. На его счету 6 наград, в их числе золото за рекорд, 41 подтягивание на перекладине. Получается, пришел в колледж, я подтягивал всего 25. За 2 года я поднял свой результат, это мой абсолютный рекорд. Я очень этого хотел, я 2 года не слазил с турника, я вкладывал в это все свои силы. Я просто хотел выложиться на полную, сделать что-то для команды. В старшей группе победил Александр Чушков, ставший самым быстрым на короткой дистанции. В спринте росичи подтянулись за последний год. Мы ходили в Огнеборец, ходили к тренеру, который имеет большие заслуги у нас в городе, который тренирует сборную нашего города по легкой атлетике. Мы занимались с ним 3 раза в неделю. И думаю, это дало такие плодотворные результаты. Когда наши побежали, все сказали, ну просто красота. И, естественно, подтягивание. Хотя мы столкнулись с тем, что и нас стали судить так жестко, потому что уже запомнили по прошлому году, что ребята очень мощные в силовой подготовке. Получается, он мне не засчитал 8 подтягиваний. Я после этого немного был расстроен, но впереди было еще куча этапов. И я решил собраться, замотивировать себя, вот, чтобы в копилку команды я больше вложил. Тяжелый металл росичи начали осваивать год назад. В этот раз в гиревом спорте взяли 5 наград. Никита Трифонов за 5 минут отжал снаряд 146 раз и завоевал золото. Вот 2 моих скромных кубка за 2 первых места. В целом сургутяне лидируют во всех 7 видах, включая лучшую творческую визитку и абсолютный рекорд по разборке сборки автомата. Пулевая стрельба, это вот тоже, я скажу, как выступили, стабильно. Мы специально приобретали электронный тренажер SCAD, потому что подготовка ведь велась в течение года. И перед самими соревнованиями устроили недельные сборы, где мы полностью с утра и до вечера бегали, прыгали, подтягивались, отжимались, толкали гири. Надо подтверждать, это первое место, да, и это надо ехать. Ну, я постараюсь и буду готовиться также, чтобы подтвердить свое первое место. Галина Николаевна очень хорошо выступила, заняла первые места и в общем стала чемпионом и в общем многоборье стала первой среди преподавателей. Мы не можем ее подвести, поэтому начали упорно уже тренироваться.